Но прямо сейчас, друзья, в рамках турнира «Октагон 43» встретятся два небитых бойца в наилегчайшем весе. И первым в синий угол клетки приглашается спортсмен из Узбекистана. Встречайте, Санжар Сакиров! Итак, друзья, встречайте его соперник, красный угол клетки. Он из Таджикистана. Саймумин Матиев! We'll be right back.
Итак, внимание, друзья, прямо сейчас встретятся бойцы, которые не знают поражений. Внимание, синий угол клетки. Бойцу 19, его рост 170 сантиметров, вес 57,150 килограмма. Он чемпион Узбекистана по универсальному бою. Чемпион Узбекистана по ММА. Призер Узбекистана по рукопашному бою. У него 4 победы и ни одного поражения. Из Узбекистана встречайте Санжар Сакира! Внимание, красный угол клетки, его соперник. Ему 26, рост его 160 сантиметров, вес 57,10 килограмма. Он кандидат мастера спорта по вольной борьбе. Призер Москвы по вольной борьбе. Призер Душанбе по вольной борьбе. У него 5 побед, ни одного поражения. Из Таджикистана вот он, Саймумин, он же Митро Люблино Мадиев. Рефери в октагоне Дауренбек Жакаев, Казахстан. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. Пусть командный стоп, все действия прекращаем. Покажите красивый, честный бой. Все ясно. Пожали руки. Удачи. Ура!
Стоп! Thank you.
перекатывайся на живот! Сюда! Крутись! Крутись на живот! Вот так! Эй, левой рукой справа бойцы тащи его, справа тащи. Вывернись, вывернись теперь. Зайка. Руку возьми, руку возьми эту, да. Все, зацеп, возьми эту руку. Где Настя? Возьми. Зарабатывай. Возьми. 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 Все, держи. Закрыл кубером. Обратно. Держи. Другую сторону, зайца. Другую сторону надо. Пятку! Стоп! Сетку схватил! Желтая карточка, я предупреждал! Вися, было я! Один раз было! Один раз было! Все, наложи, ложись! Ложись! Да, да, конечно! В следующий раз желтая будет! Ближе, ближе! Все! Гребли! Приготовились! Все, приготовились! Фейк! Что за позиции сделали, а? Okay.
Рефери поединка Даурынбек Джакаев остановил этот бой в третьем раунде на 2:30. Техническим нокаутом победу одержал боец из синего угла октагона Санжар Закиров! Узбекистан! Санжар, мы поздравляем тебя с этой победой. Я думаю, что многие болельщики тебя сейчас смотрят, потому что это прямой эфир, и ты можешь обратиться прямо к ним. Всем ассаламу алейкум. Займу еще пару минут вашего времени. Хочу попросить свою пятую победу. Можно сказать, юбилейная победа моя. Я очень много работал для этого. И хочу посвятить эту свою победу своему тренеру и брату. Я пришел к нему, когда мне было 9 лет. Я совсем ничего не умел. Этот человек поставил мне базу, сделал меня человеком. Хочу посвятить эту победу ему. И еще что важно, когда мне дали этот бой, я сказал, брат, он слишком взрослый, у него хорошая борьба. Брат ответил, что я смогу. Дал мне силы поверить в себя. И альхамдулиллах, я выиграл этот бой. Все благодарности, спасибо моему брату и тренеру. Эту победу я посвящаю ему. Всем спасибо. Санжар, поздравляем тебя, ждем от тебя новых побед.